Так мы с ребятами пошли в полигон ММЦД, на московские центральные диаметры, которые строятся в помощь задыхающимся метро. Ребята сюда любят ходить, я еще не был, поэтому они ведут меня на экскурсию. Да, вижу. Как это называется? Что вы делаете? Конструируете, да? Вот впереди у нас стоит электричка, ребята ее раскрашивают. Да, это ты рисуешь? Смотрите, Вова двигает прямо по настоящей электричке. А Вася ловит там. Поменяйтесь. Да. Вася, что будет рисовать? Себе. Это место, что ли, машиниста? Обалдеть. Маски? Что такое маски? Надо одевать маски, что ли? Я не знал. Туда я поуправляю. Как это делать? Не знаю. Вася, он знает. Вася, он знает, что переключает. Учили? Что это за маска-то? Я первый раз слышу. Маска? Вот такая, как я играл раньше в малинке. Алло, Виталий, кому ты звонишь? Привет, Привет. Говорил тебе по семейкам. Да, слышал. Говорил я тебе? Говорил. Ну что, тут места 9 скидок, что ли, даже есть? Да. 20 и Волга. И Вася, Васик, тебе написали, наведи планшет на макет, наведи его, как Вова делает. Смотри, видишь, как видно? Видишь, макет оживает, да? Да, клево. Посмотри, как наши вместе хорошо сделано.